Дети осторожны. Знаешь почему? Она не поедет. Да, сейчас через гаражи. Так ближе дорога. Как Леха этот Корнаухов говорит, самая близкая дорога. Самая короткая дорога до Пионерного. Ну я-то этой дорогой давно уже такая. Не, я тут что-то забыла уже, как тут ехать. А вот сейчас через мостик. Перекатим. Сзади машина. А что собирать-то? Машина сзади. Машина сзади. Да и. Вон там тоже нами едет. Это какой-то маньяк. Ты что, на работе велик оставляла? Я вчера тоже знакомый спрашивал. Когда тогда ночь пошел, где его оставила? Я говорю, куда? Тоже на сок. Блин, логично, да. Ёлы-палы, у нас тут сплошной сок. И прямо, прямо, прямо. А потом, да, не, она все-таки сказала, что там... Места ягод? Ой, нет, я тут проводился. Да, они, короче, не хотят делиться. Такой, да. А мы ягоды будем собирать? Ну, а? Конечно. Для пакетика. Пакетики есть? Термос можешь собрать. О, блин. Ты термос брал? Да. Блин, дождя точно попал? Да нету. Только туман. Ой, оп, облака. У меня. Я видел это, на Марчука. Там, ну как бы, все равно, блин, это море, ветер. А там так тепло, блин, деревья вообще не колышутся. На кладбище тихо. Ну, блин, сегодня? Да. Да я везде тепло, блин. Область сейчас опустилась сразу. Да, вечером. Потеплело.
нормальная, контрильная дорога. А что он остановился? Ну, блин, да, не полтора. Это мудак. Говорит, блин. Не подрезать после вчерашних бесед. Да, всегда думаю об этом. Думаю о других. Жарко? Ну правильно, надо снять, чтобы она намокнешь. Это не Люба. Как это не Люба? Самая натуральная. Люда. Люда другая. Люда беленькая. Кто это мифическая Люда? Люда. Люда светленькая. Которая ходит в легенды. Имя слышу, человек не видит. Меня спрашивают, кто поедет. Я говорю, ну вот Люба собралась. Еще там. Ну короче, дофига кто отписался. Андрей, слушай. Шапочка есть? А? Шапочка. Я капюшон. Я, честно говоря, не знаю, где мои шапки. У меня зима где-то спрятана, еще не доставалась. Все, поехали? Поехали.
Нет. Я на трассе. Да не, я уже на солнце. Еду дальше. Ну не знаю, если будет там свет. Я на перевал еду. Я долго, далеко буду. Люба, там около магазина где-нибудь тормознем. Поеду как колхозник с пакетом на руле. Он у Лёшки большой рюкзак. А? У Лёшки большой рюкзак. Или так? Он, наверное, жрачки набрал. Жрачки. Мне это не надо. Подождем. Нет. О, нифига какая машина. О, Бог. Пакет, наверное, порвался. О, бурундук, бурундук, бурундук. Привет. 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 Есть, есть семки? Стоит, ждет. Нет, мне по лесу понравилось. А? Это, наверное, памятные цветки.
Может, его арестовали? Пойдем посмотрим. Ну, съезди. А что, один я? Ну, ты ж молодой. И быстрый. Или ты боишься, что тебя тоже арестуют? Ему мам позвонила, он домой хочет. Он кушать хочет. Поедем потихонечку. Выбирать место. Что, тупик? Бум-бум-бум, разворачиваемся. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Машина.
Андрей! Поехали сюда! Я говорю, можно было бы и там, блин, проехать. А, подъездно, справа? Ну да. Вот, что, да. А что, на то поехал? Я же, блин, останавливал бы. Поехали здесь свернем. Давай, давай. И там. Да, Андрей, ты не спеши, ты. Где дорога? Да она там, блин. Мы ее уже проехали. Ну, сейчас через мостик придется. Там мостик есть. Там дальше. А это что? Не знаю, детский. Детское, наверное, какое-то учреждение. А что это, садик? Не знаю. Детский дом? Детский дом, наверное. Езжай, езжай, не бойся. Ну, да все... я не, наверное, а что, других дорог нет у нас. Давай вперед, чтобы у меня все в кадре были. Вон он, мостик. Ой, блин, не переключился. Ха-ха.
Я же говорю, мы много теряем, когда, блин, проезжаем, не это. А там бы мы вырули вот по этой дороге проезжали. Ты будешь фотать? Так, ладно, сейчас я вас зафотаю на мосту. Давайте сюда, на центр вставайте. Чтобы проехали. Блин, это мне не надо. Как интересненько, резина гудит. Люб, вот туда, вот дальше. Направо? Ага. Сейчас направо. А можно и тут по дворам проехать, посмотреть. Мы ж тут не были. Давай сюда, Лёх. Тут едешь, дети здоровые. Здорово, братья. Смотрите, велосипедные братья. О, горка. Ох ты, елки-баталки. Чё? Чё, на перегонки? Кто быстрее? Поставить подставку, когда забываешь. Когда не забываешь, а вовремя это не делаешь. Мне надо наркотик принять, а я не могу. Какой? Ну, нарктизин. А, это точно. А там тупик. Наверху. Разве? Да. Вот налево можно свернуть, наверное. Тут-то подъездов нет, значит, с этой стороны они. Поехали, да, налево. Вот туда? Да, там сюда. Поехали. Она сюда заворачивает. Поехали, поехали. Налево? О, нифига себе, на гору. Ну, может, там ведун какой-нибудь хороший? Давай заедем. Поехали. Поехали. Что, только переключиться? Переключиться надо, да. Ты что, охренеть? А я на ходу переключусь. Вот чукопай, мало съела? Давайте быстрее, крутите педали. Давай, шофер, едь вперед. Ого!
Походу там одни огороды. Жестко. Скажите, у меня велик не едет уже. Ты уже все скорости использовала? Вон, он уже сворачивать собрался. Немножко осталось. А я тебя задерживаю, да? Нет. Опа, сорвалось. Фу, муху проглотил, блин. Все, можешь садиться. Подожди, я посмотрю, блин, вот этот твитинг. Что там такое? Нифига там видон. А, техника тут. Что, еще дорога вверх? Офигеть. Собака какая-то гуляет, маламут. Э, вы где? Вот они проехали. Сюда. Маламут. Мы гоним его? Да зачем? Он сам по себе гуляет. А что у тебя фонарь горит? Ой, чтоб машину видели. А? Что там? Там чья-то дача. Дача, но собак. А? Ничего интересного. Я думаю, дальше только лес. Ну, дальше ягоды ходи, я брала. Какие-нибудь страшные? Она собака. Она собака. Ягод набрала? Наверное. Сейчас посмотрим, сколько там ягод. А куда она пошла? Ну, можно было. А вот на левую дорогу. Это не гора. Гора вон. Вон она. А здесь. А вот тут это вот, наверное, вот сюда, наверное, подъем. Тут Богорог. Че, куда поедем? Туда едем или что? Сюда?
Поехали. Крутяк. Сейчас опять в какую-нибудь дачу упремся. Что встали? Поехали, да? Там. Мы ждем вас. Что встали? А что надо ждать? Ну-ка быстро. Я тут в летнюю погоду солнечную проезжал, тут такая, блин, благодать. Жара. Ветра нету. А? Не-не, вот сюда поехали. А что за порога? О, порода. Колли. Колли. Маленькая такая, карликовая. Ну, это, скорее всего, маленькая, да. И она уже старенькая. Она уже растет. У себя, наоборот. Там база. Там база. База? Ага. О, здание какое-то, блядь. Лёха меня подрезает. Старая дорога. Смотри, еще тротуар остатки. Тут остановки я видел. Старые.
Прикинь, в 50-60-х годах тут еще кипела жизнь. Где? Это? Крыса, наверное. Это кот. Нифига, он мыши ловит. Он кого мыши поймал. Где он? Вот он, вот он. А, вот. Мыши дома, крысы наружу. Мыши. Пугал меня это Люба. Смотрите, он что-то поймал. Здоровый кот. А, кстати, собаки-то его не... Может, это их? Даже собаки на него не это. Да это, может, их не. С их банды? Да, такое, это всегда там что-то. Нифига, я думаю, что это такое прыгнуло так. А мы не будем смотреть, как он там мышь разбил. Поехали, пока милота не закончила. Как она его заметила? Я же говорю, там что-то из кустов выпрыгнуло. Я думаю, смотри, где? Машина, машина. Машина справа, машина слева. Это неправильные собаки. Да, вот, кстати, вот это мне нравится. Вот еще одни старые. Это база. Ой, смотрите, сколько тут. Останавливай, давай пофотаем. Не. Вот та, наверное, их мать. Да, вот их хоть сфотаем. Судя по расцветке, да, она их. Не, аккуратнее, аккуратнее. Вот, смотри, на тебя уже смотрит. Кутя. Да, она, наверное, думает, что сейчас покормит ее. Есть печеньки, да? Им вредно, собакам же нельзя, по-моему, сладкое. Не знаю. Булочку. У меня есть булочка. Кутя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, я даже лайфхоток пишу. Ой, все такие хорошие. Вот вырастут, стая будет. Есть что покормить? Ну они-то не будут, они, это вот мама. У меня есть булка. Ну нет.